Здравствуйте, меня зовут Мариам Наем. И, в общем, по сути, лекция у меня, да, правда, про приложение, но назвала ее Tinder-сюрприз. И, наверное, уже по мере лекции вы поймете, почему я такое назвала. Я тебе буду говорить, да, тогда? Ну, отлично, ладно, хорошо. В общем, смотрите, я думаю, что около 6-7, ну, может быть, около 10 лет назад, если бы кто-то из нас в свободном общение с кем-то, признался, что он сидит на сайте онлайн-знакомств или вообще на сайте знакомств, это воспринималось бы как дно или как то, что ты очень сильно отчаялся и, по сути, тебе уже просто нечего делать, кроме как искать себе человека где-то на каком-то ресурсе. Но технологии меняются, и если мы вспомним, когда появились все эти онлайн-знакомства, чаты для общения и для секса, в частности, это было как раз 90-е годы, и в то время не было модераторов, не было людей, которые, по сути, могли бы чистить от ботов, которым можно было пожаловаться и так далее. Все равно люди занимались тем, что знакомились в интернете, занимались онлайн-сексом, и при этом виделись в жизни после этого, встречались, и даже создавали семьи. То есть все равно это существовало. И стоит отметить, что, конечно же, так как технологии развиваются, они также влияют на то, как мы с вами общаемся, как мы с вами знакомимся и как разговариваем. В этом плане, ну, по сути, все приложения созданы для того, чтобы вот для этих вот милых вещей, но на самом деле многое меняется, и интернет-знакомства, ну, не совсем дают то, чего мы ожидаем. В этом плане мне бы хотелось, чтобы мы поговорили вот о Тиндере. Это приложение. Я знаю, что те люди, у которых его не скачали, я вам расскажу, как им пользоваться, в чем его плюсы, в чем минусы. Или вы сейчас, обычно люди это делают, пока я рассказываю, вот, но можете делать это дома, вы поймете, в чем его плюсы и почему вообще я о нем разговариваю. Всем видно, что тут написано или нет? Я могу просто прочитать. Ну, в общем, смотрите. Это Tinder, написано тут. Все начинается здесь. В Tinder так люди встречаются. Это как в реальной жизни, только лучше. Этот слоган появился далеко не сразу, а спустя время. Вообще изначально, когда появилось это приложение, это был, знаете, как сидели стартаперы, придумали какую-то маленькую милую апку, ну, приложение, и, ну, ничего особенного в нем не было. По сути, изначально это была идея приложения для секса, ну, для секса на один раз. То есть незатейливо, ничего в нем особенного не было. И придумал его один из людей, которых придумал, это Шон Рад. Он говорил, что изначально, ну, сейчас он уже, конечно, не признается, для чего было сделано это предложение, потому что сейчас Tinder настолько сильно раскрутился, настолько стал большой, огромной компанией, ну, не компанией, скорее популярным приложением, что сейчас уже говорить о таких вещах, о том, что это просто приложение для быстрого секса, уже как-то не совсем правильно. Прошло время, и когда компания начала зарабатывать какие-то деньги и стала более-менее популярной, Шон Рад начал рассказывать о том, что это приложение для интровертов, которое помогает нам увидеть людей, помогает нам познакомиться с людьми. Как вы видели, да, вначале слоган был «Точно так же, как в жизни, только легче». То есть, что, мол, это приложение помогает нам общаться с другими людьми. Это приложение самое популярное среди приложений для знакомств. И стоит отметить, что признаться сейчас, что ты сидишь на Тиндере, в этом нет ничего зазорного. Это не то же самое, что признаться, что ты сидишь на ukrainiangirls.ru или что-нибудь такое. То есть в этом ничего страшного нет. Более того, Шон Рад, когда, ну, ему говорят о том, что, мол, на самом-то деле приложение не очень серьезное и направлено не на очень серьезные цели, он говорит о том, что он знает как по меньшей мере 150 браков, которые заключены после Тиндера. Но это он сказал в 2014 году. И как видите, на некоторых свадьбах это такие значки Тиндера. В некоторых свадьбах даже делают тортики. И вот в прошлом году, да, и в этом, на 10 Валентина появлялись вот такие открытки в Америке. Вы поймете, с чем это связано, но, в общем, Tinder стал таким вот, ну, настолько популярным. Давай дальше. Угу. Перед этим. Конечно же, так как Tinder очень простой, и основная причина, почему он стал популярным, как именно дейтинг-сервис, потому что у всех сервисов для знакомства была одна единственная проблема – огромное количество ботов. С этим было очень сложно разобраться, но Tinder эту проблему очень легко решил. Он просто... Есть конкретная привязка Tinder-аккаунта к вашему Facebook. То есть вы заходите в Tinder только через свой Facebook. Таким образом, количество ботов просто уменьшается. Ну, их очень мало. Это решило многие проблемы для основателей его. Но при этом есть, ну, так как у Tinder есть плюсы, есть у него и минусы. Минусы, о которых стали говорить чуть-чуть позже. Спустя время оказалось, что, во-первых, в
Англии и Уэльсе, эту информацию я взяла у BBC, они показали, что в Англии и Уэльсе полицейские участки показали статистику, при которой, боже мой, преступления на почве сексуального насилия, преследования и домогательства, связанными с Тиндером, увеличилось за последние 2 года в 7 раз. То есть каким-то образом Тиндер не очень хорошо влияет на людей. Ну, не на людей, конкретно он упрощает возможность сделать кому-то плохо, видимо. А второй момент, который Тиндер конкретно критиковали, что он очень сильно объективизирует людей. По сути, все, что нужно делать в Тиндере, это просто оценивать человека по одной единственной фотографии, и все. Никакого глубокого мира, души ты там ничего не видишь. А третий важный момент. После какого-то времени оказалось, что в Тиндере используется очень обидный алгоритм. По сути, давайте я вам лучше об этом расскажу, когда вы поймете, как он работает. Это я вам сейчас продемонстрирую, как можно зарегистрироваться в Тиндере и как им пользуются. То есть вы изначально скачиваете себе приложение, после этого соединяетесь с Фейсбуком, заходите в настройки и видите, ставите себе, собственно, кто ты, мужик или женщина. Хочешь ты видеть мужчин и женщин, впрочем, можно видеть и мужчин и женщин, не проблематично. Какой радиус километров, то есть это по геолокации. Он выбирает людей, которые недалеко от тебя. И возраст. Сколько конкретно возраст ты бы, какой возраст людей, на какой возраст ты рассчитываешь, собственно говоря. Это очень сильно упрощает все. Таким образом, ты видишь людей, которые находятся недалеко от тебя, того пола, который тебя интересует, и возраста. Вот. После этого начинается игра. Суть в том, что у тебя есть 2 варианта. Ты или двигаешь пальцем влево, и при этом лайкаешь человека, или двигаешь его... Ой, наоборот, вправо, извините. Или двигаешь влево, и тебе, по сути, человек не нравится, и он больше исчезает из твоего поля зрения. Все, что происходит в Тиндере, ты просто видишь огромное количество фотографий разных людей с фотографиями Фейсбука, собственно говоря, и у тебя вариант. Или ты двигаешь пальцем вправо и таким образом лайкаешь человека, или двигаешь пальцем влево и таким образом не лайкаешь человека. Если ты лайкаешь вправо, и человек тоже лайкнул тебя вправо, происходит вот это. Называется матч. Понятное дело, что это смешная картинка, но суть в том, что появляется матч. Что он вам предлагает? Матч — это, то есть, вы друг другу понравились. То есть получается, что вы теперь с человеком, который вас тоже лайкнул, и вы его лайкнули, вы можете теперь начать общение. Вот. Давайте теперь, чтобы я не говорила вещи непонятной фразы. Свайп и матч — это 2 слова, которые вам нужно знать, когда мы будем говорить о Тиндере. Свайп — это жест, которым я двигаю влево или вправо. Если вправо, то человек мне нравится, таким образом я его лайкаю, если влево, то он просто исчезает у меня из моего потока людей, и я двигаю пальцем дальше. И матч — это когда оба человека друг друга лайкают, и Тиндер выводит сообщение о том, что вы друг другу подходите, и открывает вам возможность написать этому человеку. Вот, давай дальше. Соответственно, вы, наверное, понимаете, что оказалось. Оказалось, что у Тиндера есть алгоритм, при котором, если у вас очень популярный Facebook, у вас, например, 2000 друзей, у вас 150 лайков под каждой фотографией, то, скорее всего, среди людей, которых вы будете видеть в приложении, будут такие же люди с таким же большим количеством друзей, с таким большим количеством лайков. Но если вы не очень любите сидеть в социальных сетях, и у вас немного друзей, и у вас немного лайков, вам будут показываться такие же неудачники. Это очень сильно обидело людей, потому что таким образом Тиндер распределил людей на классных и неклассных. И если ты классный, то ты не можешь, то ты не видишь некрасивых. Если ты некрасивый по стандартам Тиндера или Фейсбука, то таким образом ты не можешь претендовать на кого-то выше по рангу. Это статистика, которую использует, важно отметить, это статистика, которую использует сам Тиндер. Вы понимаете, что люди, которые занимаются стартапом, они часто себе рекламируют, поэтому дают статистику чуть всегда преувеличенную, да, и не будем считать, что это абсолютно правда. Он говорит о том, что в день люди двигают пальцем практически 1,5 миллиарда раз. Людей, которые друг друга матчат, да, то есть нравятся друг другу, в день 26 миллионов. И в Тиндере участвуют 196 стран. Давай дальше. Вот, теперь мы поговорим с вами о плюсах и минусах в использовании. Как вы поняли, плюс Тиндера в том, что ты очень легко там и быстро регистрируешься. Тебе не нужно заполнять куча непонятных полей, о дне рождения твоей собаки, какой ты любишь цвет и так далее. Все, что тебе нужно сделать, это просто нажать кнопку, соединиться с Фейсбуком, и на это все заканчивается. Второе, это в какой-то мере естественно. Да, это цинично, и это объективизация, мы просто смотрим на одну фотографию человека и лайкаем или не лайкаем, но по сути в баре, когда кто-то пьяный или просто при общении с другим человеком, ты тоже или лайкаешь, или не лайкаешь. Это происходит, конечно, не так цинично, и ты этого не говоришь человеку, но это предполагается. Взаимные друзья.
Тиндер тебе, когда ты видишь список людей, предлагает людей, с которыми у тебя есть приблизительно несколько знакомых. То есть у вас будут выскакивать люди, которые с вами есть, ну, хотя бы 3-4, от 3-4 там, до 30 близких друзей. То есть, быть может, с этим человеком вы бы встретились в жизни, но просто так не довелось. Таким образом, у вас с человеком, которого вы можете понравиться, есть даже социальный капитал, какие-то люди, с которыми вы можете общаться. Легко пользовать на ходу. Если вы возьмете Tinder и скачаете его сейчас, или если просто используете, вы заметите, что все, что вам нужно иметь, это просто большой палец, и все. Фактор смущения ограничен. Знаете, этот неловкий момент, когда ты лайкаешь кому-то авочку, а тебе никто ничего не лайкает в ответ. Вот этот вот фактор смущения в Тиндере ограничен. То есть, если ты кого-то лайкнул, а у тебя нет, ты этого не знаешь. Потому что, ну, это просто не показывается. Ты можешь подумать, что человека просто ты еще не выскочил, или он еще просто не заходил в Тиндер. А может, он тебе просто не понравился, может быть, ты ему просто не понравился, но ты об этом никогда не узнаешь. И это очень хорошо. Тебе это не обижает. И отсутствие нежелательной почвы. Почты. Я думаю, что вы... Давай дальше. Я думаю, что вы с этим, наверное, не сталкивались, но в большей части дейтинг-сервисов очень много нежелательной почты на почтовых ящиках. В Tinder этого нет. Минусы в использовании. Люди очень редко пишут друг другу. Зачастую я это называю, извините, социальной мастурбацией, когда ты просто повышаешь себе самооценку тем, что тебе кто-то лайкает, и тебе это очень приятно. Но, по сути, на 25 разов, когда тебе кто-то лайкнул в ответ, пишут только один раз. И обычно пишут мужчины. Женщины практически никогда не пишут. И, знаете, переписки достаточно односложные, когда тебе пишут привет, а ты ничего не отвечаешь. Вот такие вот переписки практически всегда в Тиндере. Второе, он сфокусирован на сексе. Да, сколько бы сейчас ни говорили SEO Тиндера, что нет, это помощь найти себе друзей и так далее, на самом деле он, правда, секс-сфокусирован. Ну и, по сути, как бы основные предложения, которые выступают, при том, что секс-фокусирован не столько на реальном, ну, не сексе в реальности, а сколько в онлайн-сексе. И проблема Тиндера, он затягивает. Вот, есть, видите, это он так свайпает, вот это то, что я говорю, видите, он лайкает всех людей, это кусок мяса, лайкает людей, вот, это очень хорошая, мне кажется, демонстрация того, как выглядит Tinder в жизни, кусок мяса лайкает людей, вот, и в контексте этого хотелось бы поговорить, наверное, о психологии, потому что, как я вам уже отмечала, это самое популярное приложение, и есть причина, почему оно настолько популярно. В этом контексте хотела бы вам рассказать про Бериуса Скиннера. Бериус Скиннер — это такой бихевиорист, американский, и он сделал достаточно интересное исследование, которое много нам объяснит, почему Тиндер стал настолько популярным. Он сделал закон оперантного обуславливания, то есть я вам его прочитаю, потом будем разбирать. Поведение живых существ полностью определяется последствиями, которым оно приводит. В зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или неприятными, живой организм проявит тенденцию повторять данный поведенческий акт, не придавать ему никакого значения или же избегать его повторения в дальнейшем. По сути, звучит очень капитански, ничего в этом, ну, это очевидно, да, но все-таки заметим, что Скиннер был в начале 20 века, и в тот момент бихевиоризм только, ну, как, развивался достаточно бурно, поэтому такие вещи были базовыми. И он говорил о том, что для этого повторения действия, которым, да, нужно, чтобы было два вида подкрепления. Есть первичное подкрепление, есть вторичное подкрепление. К первичным он относил пищу, воду, секс и физический комфорт, к вторичным – деньги, внимание, социальное одобрение. Так вот, он говорил о том, что, например, ну, можно сказать, что сейчас вторичные и первичные очень сильно соединяются, потому что, да, допустим, для пищи и воды сейчас нужны деньги, да? Вот. Но что интересно, Скиннер говорил о том, что самое мощное подкрепление, которое может быть, это социальное одобрение. Это тот вид подкрепления, который заставляет нас как раз лучше всего повторять то, что мы делали. И в этом случае очень хороший пример, который приводит Скиннер. Он говорит о том, что этим пользуются все азартные игры. Что происходит, когда мы используем автомат для игр? У нас есть монета, мы ее закидываем, и мы, по сути, хотим, чтобы мы выиграли, да, у нас есть мысль о том, что мы можем получить подкрепление, ну, позитивное подкрепление. В этом случае это единственная причина, почему мы играем. Мы кидаем и ждем, что рано или поздно нам что-то выпадет. К сожалению, наш мозг так построен, что мы почему-то уверены, что если мы кинем монетку 100 тысяч раз, то на 100 тысяч первый раз нам точно выпадет выигрыш. Не понимаю, что статистика работает не так. Это далеко не факт, что мы выиграем. Но мы думаем о том, что вероятность при этом выигрыша увеличивается. Вот, если мы заменим монетку на лайк, а выигрыш заменим на матч, да, когда ты другу нравится, это будет то же самое, что работает в Тиндере, точно так же. То есть, по сути, мы лайкаем, ожидая, что у нас будет выигрыш.
который может быть, может не быть. Но мы лайкаем как можно больше. И таким образом мы получаем социальное подкрепление, социальное позитивное подкрепление, которое лучше всего нас мотивирует повторять эти действия. То же самое, это стимулирует у нас в голове, по-моему, выработку нейромедиатора дофамина, который дает нам чувство удовольствия. Это используется во время того, как кто-то нас ретвитит в Твиттере или шерит наши посты в Фейсбуке. Мы получаем социальное одобрение, то, что нам повышает самооценку и дает нам чувствовать себя нужными. Тоже, что важно, поведенческие экономисты утверждают, что самое большое разочарование человек испытывает тогда, когда ожидает чего-то большого, чего-то большего, а получает меньше. Это самый негативный аспект, человек чувствует это болезненнее всего. И этим Tinder тоже пользуется. По сути, когда вы играете в Tinder, вы ничего не ожидаете. Вы не ожидаете того, что вы найдете любовь всей своей жизни. Все, что вы делаете, вы просто двигаете пальцем. Это все, что вам надо. Но при этом, если вы получите матч, у вас будет... Вы считаете, вы выиграли. И вас из-за того, что вы ожидали меньшего, получили больше, у вас идет такое приятное ощущение. Давай дальше. Вот, что тоже важно. Tinder, он не позиционирует себя как приложение. Он позиционирует себя как игрушку. Это окошечко у вас выскакивает, когда вы с кем-то, да, ну, друг другу понравились. Видите, что тут написано? Прислать сообщение, да, данному человеку и продолжать играть. Слово «играть» тут очень важно. Он не предлагает нам, он не говорит нам «продолжайте смотреть других людей» или «продолжайте общаться». Он предлагает нам играть дальше. То есть это позиция того, что это игрушка. Давай дальше. Вот. То же, что важно отметить по поводу, мы сейчас к этому подойдем, по поводу игрушки. Tinder использовал тоже интересный аспект, который использует достаточно большое количество приложений в телефоне. Человек на постоянной основе, уже несколько, ну, достаточно давно, но эта тенденция прогрессирует, человек на постоянной основе ощущает скуку. Да, мы стоим в пробке, мы стоим за остановки в троллейбус, я не знаю, мы просто ждем, пока что-то скачается или так далее. В общем, мы чувствуем скуку. И в этом случае, опять-таки, Tinder это использует, потому что мы забиваем вот это вот пространство пустое, время, скуки и так далее, забиваем Тиндером. И, по сути, только не сидите сейчас в Тиндере, пожалуйста. Вот. И суть в том, что... Из-за этого, да еще, чтобы вы понимали, опять-таки Шонрад, CEO Тиндера, говорит, что каждый пользователь Тиндера просиживает там в день около 11 минут. Это очень много, опять-таки, это статистика Тиндера, нельзя полностью верить, но сам факт, 11 минут в день это достаточно много, вообще заполняя этим, да, свое время. Те плюсы, о которых я еще, наверное, не сказала, о том, что это тоже такая особенность нас и как он используется, например, в Америке. У нас Tinder стал популярным после Олимпиады в Сочи. В тот момент у нас практически Tinder никто не использовал, было неизвестное приложение, просто на тот момент спортсмены в Сочи, они использовали Tinder, потому что им было скучно, они просто с кем-то общались, они об этом сообщили в всяких журналах, изданиях, и после этого приложение стало популярным у нас в странах СНГ. Например, это прекрасное приложение, если, допустим, ты оказался в другой стране, и ты никого не знаешь, тебе надо с кем-то провести время. Зачастую, если ты сидишь в странах Европы или в Америке, сидишь в Tinder, люди обычно внизу по своей фотографии пишут, чего они хотят. Хотят быстрого секса, хотят просто попить кофе, им скучно, или они, допустим, хотят свести свою собаку с кем-нибудь. Более того, кто-то так и искал, были даже поводы так и найти наркотики, ну, марихуану полегче, что привело к тому, что один стартапер придумал точно так же с геолокацией нахождение марихуаны под названием «Hi there». Вот. И суть в том, что да, но у нас так никто не делает. У нас в Tinder люди ничего друг о друге не пишут. Они просто лайкают, и все. У нас пока еще, видимо, люди недостаточно открылись для этого. Вот. А теперь мы говорим о выводах психологов, которые исследуют Tinder, которыми они приходили. Во-первых, использование Tinder позволяет людям удовлетворить некоторые основные социальные потребности. Да? Ну, мы это уже поняли по поводу социального подкрепления. Мы получаем какой-то фидбэк, какой-то ответ от людей. Tinder подражает знакомствам в реальном мире. Да? Опять-таки, мы точно так же видим человека, лайкаем, не лайкаем. Ну и продолжаем общение или нет, или продолжаем играть. И поменять партнера стало гораздо легче. Это очень важный момент. Психологи отмечают этот элемент как то, что они называют угрозу моногамии. Потому что длительное время, ну, как бы, когда еще не было разводов, люди вынуждены были мириться, жить друг с другом, продолжать отношения в силу того, что у них не было выбора. Но Tinder конкретно вам дает ощущение того, что
рыбы в воде, правда, очень много, и если у тебя, допустим, конфликт с твоим партнером, то тебе очень проблематично найти кого-нибудь еще, просто подвигай пальцем налево или вправо, и все. И вся твоя проблема решится. Таким образом, не очень стабильные отношения или, да, не очень перспективные, рушатся очень быстро. Более того, статистику, которую приводил мне Tinder, а по-моему, Guardian, 40% людей, которые сидят в этом приложении, у них есть партнеры. Они просто повышают себе самооценку, ищут себе, я не знаю что, но сам факт того, что это не только для одиноких людей. Вот. И если даже вы с кем-то познакомились в Тиндере, это не меняет того, что вы можете сидеть с этим человеком на свидании и смотреть других людей. То есть тоже, если вы хотите, рассчитываете на романтические отношения, Тиндер все-таки не ваш вариант, потому что вы понимаете, что этот человек может также лайкать и выбирать других людей. Это то тоже, о чем часто спорят люди, которые используют Tinder, потому что, мол, Tinder не ориентирован на серьезные отношения. Но, собственно говоря, это нормально, потому что это приложение, которое имитирует игру. Вот. Да, это, наверное, очень интересная тоже фраза, но основной вывод, к которому мне бы хотелось прийти, мы слышим очень часто, что технологии негативно влияют на наше общение, что они меняют нас с вами, что мы по-другому общаемся и так далее. Все-таки я бы хотела отметить, что это совсем не так, что изменения, конечно, есть, но очень важно отметить, что Tinder тот же, да, он имитирует все-таки жизнь. И как мы общаемся в жизни. По сути, когда мы знакомимся с кем-то в интернете, самоцелью является не столько просто друг друга лайкнуть и заняться онлайн-сексом или, допустим, онлайн-дейтингом. Нет, мы хотим встретиться в жизни. Это то, что нам просто помогает построить отношения в реальной жизни. Помните, как когда мы только-только все начали сидеть в социальных сетях, у нас было огромное количество всяких демотиваторов, которые описывали о том, что все, дружбы не будет, теперь отношения другие, вот 10 друзей раньше, 10 друзей теперь и так далее. И что вот все отношения с друзьями у нас сведется к тому, что мы сидим в онлайне. И теперь мы с вами знаем, что на самом деле это не так. Да, у нас есть энное количество людей в социальных сетях, но это не меняет то, что у нас есть люди, с которыми мы видимся постоянно на постоянной основе, и, собственно говоря, отношения с этими людьми у нас не поменялось. Единственное, что поменялось достаточно ярко, да, мы с вами стали, если это можно сказать так, лучше психологами, мы лучше понимаем, когда человек расстроен или нет, по одному только смайлу или по каким-то другим непонятным запятым, если он поставил точку, то, наверное, он точно злой. Есть такое, да, это есть тоже исследование о том, что почему, когда человек ставит точку, он со всеми воспринимается как будто бы злым. Вот. Это единственное, о чем можно говорить, как меняются наши взаимоотношения. Это всего лишь легче, и Tinder имитирует жизнь. Это очень важно отметить. Вот. Это, наверное, все. Поэтому установите себе Tinder, просто посмотрите на него. Все. Если у вас есть вопрос... Да. Сколько еще лет будет работать Tinder? Когда он умрет? Когда у тебя будет жена? Нет, я не знаю. Нет, нет. В принципе, как было с ICQ? Нет, ну, понимаешь, или такое вообще-то, или я думаю о том, что, во-первых, да, это я сейчас вспомнила, важная информация, и отвечу на твой вопрос. Да, конечно же, так как есть Tinder, который всех очень сильно объективизирует, появляется противоположность этим приложениям, например, приложение Willow. Суть этого приложения в том, что у человека, пока вы с ним не пообщаетесь, то есть, чтобы вы оценили его душевные наста, душу, там, все ценности, а потом уже видели. Ну, то есть, появляются такие вещи. Я думаю, что Tinder еще не тогда, когда появится приложение, которое еще делает все проще. Вот тогда. Потому что так работает. Чем проще, тем лучше. У меня есть два вопроса к тебе. Можно? Первый вопрос. У тебя есть много знакомых, у которых был реально позитивный опыт? Позитивный опыт — это что? Ну, не просто вот там он погулял и классно получилось, а в целом, что он там, смотря вот, чего, там понимаешь? Сидел и оценил, что вот это хорошо, и моя жизнь стала лучше. Ну, во-первых, понимаешь, жизнь стала, не столько жизнь стала лучше, сколько самооценка стала лучше, это раз. Второе, смотря какую ты цель ставишь. У меня есть друзья, которые ставили себе цель быстрый секс, и они это получили. Если ты ставишь себе отношения, боже мой, там, историю Ромео и Джульетты, это плохой вариант. Но, опять-таки, да, смотря какая цель. Вот это, наверное, то, что нужно знать людям, которые используют Tinder. То есть, если ты ставишь себе цель просто, ты сидишь в баре, ты пьяный, тебе хочется развлечься, и также думает другая девушка, почему бы нет. Но если, допустим, ты хочешь с кем-то построить серьезные отношения, ты уже реально думаешь о чем-то более серьезном и глубоком, мне кажется, это не очень плохой вариант. Более того, скажу тебе честно, всем мои знакомые парочки, которые познакомились через Tinder, чуть-чуть смущаются, когда об этом говорят. То есть они такие, ну, мы познакомились с Tinder, и хихикают. То есть для них, судя по всему, они сами осознают, что их отношения имеют какой-то контекст чего-то несерьезного. Ну, вот. И второй вопрос. Ты сказала, что 10 лет назад людей, которые сидят на сайтах знакомств, смотрели типа как на неудачников. Но мне кажется, что до сих пор есть такое мнение, что на сайте знакомств не особо интересная аудитория, и вряд ли ты там встретишься. Вот, а на Тиндере, видишь, появился Тиндер, еще есть несколько приложений. Ты думаешь, что ты исправилась?
Конечно, исправила. Если сейчас кто-то мне знаком скажет, что он сидит на Тиндере, я скажу, хорошо. Ну, то есть, окей, или там скажут, я тебе видела, я скажу, хорошо. Ну, то есть, это не, это, понимаешь, так как это... что сохранилось все-таки такое, что там вряд ли ты найдешь суперинтересного человека на сайте знакомства, и все-таки там, ну, контингент не очень. Ну, у меня, например, такое же. Вот, это важно, это не за сайт знакомств, и ну, я понимаю, что ты, наверное, им не пользуешься, но ты просто... Я о нем услышал первый раз от этого человека Димы. Привет, Дима. Познакомимся, Дима, пользуется Тиндером. Характерно, у меня его нет. Да, да, у меня тоже, да. Я просто знаю, что это топовое приложение в своей области. Нет, просто я тебе предлагаю просто зайти, сейчас, секунду. Я просто предлагаю тебе, не предлагаю тебе никого находить, просто предлагаю тебе зайти и посмотреть, и ты поймешь, о чем я тебе говорю. То есть оно... Это не кон... это же типа, знаешь, как просто типа оценивание друг друга, но не более. То есть там был молодой человек, сейчас я, да. Извините. А окружающим, а кто не знаком с Тиндером? Вообще, а кто из вас, оставьте руку, кто из вас установится в этом? Ну и ладно. Да. Хорошо, были ли такие исследования? Вот смотри, взять как 1000 человек, кто сидит в Тиндере, и 1000, кто не сидит, какую-то контрольную группу, и оценить по каким-то субъективным критериям, кто из них интереснее, люди более успешные, более там, социально. Понимаешь? Но Тиндер же это сделал. Он оценил субъективно популярных и непопулярных. Нет, он оценил Facebook. Он оценил не Тиндер, он оценил Facebook. То есть по Facebook же можно понять, ну, человек успешный или нет, сколько у него там, кем он работает, сколько у него лайков и так далее. Тиндер это и сделал, понимаешь, он взял, распределил классных в одну категорию, не классных в другую категорию, он это и сделал. Но я таких исследований не видела, да, наверное, это очень сложно сделать категорию успешных, неуспешных, потому что это очень субъективно, мне кажется. Вот, да, да. Это миллениалы, то есть люди от 15, я так подозреваю, 16 до 30 с чем-то. Но, ну да, есть и под 40, но их просто меньше. То есть обычно это вот возраст 20-30 лет. А соотношение гендерное? Одинаковое. Да ладно. Вот это удивительно тоже. Реально одинаково. Вот тоже важно, что они брали по всему миру одинаково. В разных странах, ну, по-разному, но у нас, например, девушек меньше чуть-чуть. А нет, в Америке нет. В Америке, вот в этом-то и суть, да, что вот там... Это, наверное, то есть одинаковое количество. И при том, ну, опять-таки, да, то есть мы же тоже оцениваем то, что ты, когда ты заходишь в Тиндер, ты же можешь написать, что я нахожусь в Амстердаме на 2 часа, погуляйте со мной кто-нибудь. Ну, ты же можешь об этом спокойно написать, и поэтому не обязательно, что кто-то тебе сразу пристанет непонятными предложениями. Поэтому вот из-за этого, кстати, да, очень интересно, потому что CEO Тиндера, его очень сильно не взлюбили феминистки. После одной его фразы он сказал, что такой легкий секс стал доступным не из-за того, что есть Тиндер, а из-за того, что есть феминистки. Ну, из-за того, что, мол, женщины стали прощаться с секс-сексу, и поэтому появились такие приложения, как Тиндер. Ну, в общем, он не самый тактичный, скажем так, директор. Вот. Поэтому, да, приятели одинаково. Но у нас нет пока что. Потому что у нас все еще не воспринимается он как вариант для общения, больше воспринимается как вариант для после клуба. Все? Да. Ты говоришь, вот он в свое время разделил, да, вот классных людей и не классных, и потом были какие-то возмущения. Теперь это также все еще продолжается? Да, да. Никак не меняется? Нет. Ну, нет. Ну, просто понимаешь, это способ заработать деньги. Потому что если ты хочешь выйти из своей маленькой лиги туда, ты можешь должен заплатить деньги. Ну, им надо было... После какого-то момента все стартапы должны найти способ монетизироваться. Поэтому появился суперлайк. Когда даже человек тебя может не лайкать в ответ, но ты ему все равно можешь написать. Потому что иначе стартапы просто прогорят. Им нужно как-то найти способ зарабатывать деньги. И это вот способ зарабатывания денег. Я не знаю. Нет. Ну, то есть я не думаю, что... Во-первых, статистика, наверное, есть у самого Тиндера, и вряд ли он их показывал, мне кажется. Но было бы, наверное, логичным предположить, что это мужчина. И постарше. Может быть. Да. Ну да, наверное. Может быть, да. Если вопросов больше нет, то вам спасибо. Спасибо. Аня, тебе хочется...